Всем привет! Сегодня вы у меня на канале, я Ирина Воб, и сегодня я вам хочу рассказать, какие же у меня планы на лето и что вас будет ждать летом. В общем-то, сейчас идет уже конец февраля, сегодня 23 февраля. Всех мальчиков поздравляю с 23 февраля, чтобы они были все сильные, здоровые, много им денег, чтобы они всегда защищали своих девушек, жен и детишек маленьких. Ну, в общем-то, всего вам самого наилучшего. Ну и, в общем-то, первое, что вас ждет на моем канале, это, конечно же, ну, регулярно будут выходить, наверное, какие-то влоги, будем ходить гулять с подружками или просто там куда-то ходить. Но весной вас будет ждать, наверное, шопинг. Наверное, будет ждать, как я пойду в салон красоты. Мы с мамой будем делать волосы, делать ногти. И, конечно же, мой день рождения. 30 апреля я буду исправлять свой день рождения. Мне исполняется 14 лет. И, в общем-то, будет, наверное, незабываемый день. Я приглашу всех своих подружек, которые мне, естественно, дороги. Самая первая, кто будет приглашена, это моя любимая Сонечка. Я ей самая первая сообщу, во сколько ей приезжать ко мне, чтобы, потому что я у нее на день рождения была, и она точно обязательно должна будет ко мне приехать. И, конечно же, ну, мы, наверное, не посидим у меня сначала дома, поедем тортик там, точно никуда не пойдем, а потом, ой, а потом, наверное, пойдем гулять. И, конечно же, если там, не знаю, наверное, пойдем куда-нибудь на Ангару или еще куда-нибудь, в общем-то, там все-все мы и увидим. Потом, конечно же, в июне у моей мамы будет отпуск. И на этом отпуске, конечно же, либо с 1 по 5, либо с 1 по 4 мы поедем на Ольхон, либо же с 7 по 8 или 9 число поедем на Ольхон. Потому что мы еще пока что не знаем. Это будет либо Ольхон, либо еще куда-нибудь. Но самое главное, на Байкал. Хотим на Байкал. После этого вообще будет незабываемо. Я буду с ним. В общем-то, я еду в лагерь, надеюсь, то, что мы поедем в лагерь с сестрой, то, что мы все-таки нас родители отправят. В прошлом году мы были в лагере, и в этом году хочу в этот же лагерь, потому что самый клевый лагерь, в котором я либо была, и тем более я больше ни в каких не была лагерях, была только в этом, в Magic World. И это на Байкале, это Малое море, это около бухты Тагот. В общем-то, я, наверное, буду все 2 недели снимать. И думаю, что так будет. Будет, типа, день первый, день второй, день третий. В лагерь, конечно же, я, наверное, не смогу это все выкладывать. Поэтому, когда я приеду домой, я буду все постепенно выкладывать через каждый день. Первый день, второй день, третий день. Обязательно буду писать числа, когда я снимала. И, в общем, будет незабываемое лето, будут незабываемые влоги, будут очень... Вообще будет очень, в общем-то, круто, и я надеюсь, что вам все будет нравиться. И, ну, в общем-то, это все. Потом там подготовка к школе, там просто влоги после лагеря, потому что, я не знаю, если мы на один сезон поедем, то это всего 2 недели будет. А если на 2, то это уже месяц. Ну, в общем-то, ну, там потом подготовка к школе, и опять школа. Надеюсь, что это лето будет для меня самым незабываемым. Ну, в общем-то, все. Я вам рассказала, что вас ждет впереди. И всех до скорой встречи. Я надеюсь, что скоро я сниму еще какое-нибудь видео. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!